Відкрита трибуна. У Верховній Раді вирішили перенести вихідний з 2 травня на 25 грудня. У цей день відзначають католицьке Різдво. Як ви ставитесь до цього рішення? Я негативно отношусь к такому двоякому празднованию праздника, потому что, ну, Христос родился единожды. И праздновать его дважды, мне кажется, это вносить какой-то раскол конфессии религиозной в городе Одессе очень много. И не стоит заострять на этом внимание, есть более насущные проблемы. Никак. Все равно. Праздник, праздник, выходной, выходной. Вот и все. Я не понимаю смысл этого. То есть мы переносим майский праздник, то есть праздник природы, праздник первого солнышка, праздник всего мы переносим на зиму. Зачем? То есть если вы уже хотите отменить, если вы хотите сделать рабочим днем, просто отмените. Мне очень грустно. Очень грустно. Зачем так сделали? Не знаю. Я не совсем понимаю, для чего это делается. У нас вроде бы в основном люди православные, а не католики, поэтому я праздную Рождество 6 января, а не 25 декабря, поэтому мне этот выходной как-то, что был, что не было. Я думаю, что на католическое Рождество нужнее, потому что у нас очень много католиков в Украине, и 2 мая всегда эти выходные, их так много, после них так тяжело выходить на работу, что лучше, наверное, все-таки перед Новым годом. Я абсолютно толерантно отношусь к любому вероисповеданию, как православию, так и католицизму. И, в принципе, у нас есть, наверное, некоторый процент жителей Украины, которые исповедуют католицизм. Не то чтобы этот прям сильно процент был большой, чтобы ради них выделять отдельный день, но почему бы и нет? Почему бы не сделать и 2 мая, и 25 декабря праздником? Я работаю в основном с Европой, и для меня это, наверное, удобнее. Чем больше выходных, тем лучше. Поэтому большой разницы нет. Один выходной или в мае, или в декабре. И так нормально. Ну, я думаю, что 2 мая, скорее всего, потому что все-таки люди привыкли отмечать мир труда, все работники и ждут этих праздников, выезда на шашлыки. И, в принципе, ну, 2 мая нужнее. Что за 25-е? Никто никогда не отмечал, причем, что это католическое Рождество, и не факт, что, ну, все католики. Нужнее 25 декабря, нужнее, потому что католическое Рождество. Хорошо, что сделают выходной. Відкрита трибуна.